Более половины региональных и межмуниципальных автомобильных дорог в Башкортостане соответствуют требованиям качества. Причем показатели республики выше среднероссийского на 12%. Рейтинг опубликован на сайте Росстата. Ну, среди регионов Башкортостан занимает промежуточное положение с показателем в 54,5%. Ну, вот в пятерку лидеров самыми качественными дорогами вошли Москва 97%, Ханты-Мансийский автономный округ 84,5%, Ставропольский край здесь почти 75% хороших дорог. Ну а в Красноярском крае этот показатель 71%, в Ингушетии 70%. Ну, вот самые некачественные дороги, по данным Росстата, в Магаданской, Архангельской и Саратовской областях, а также в республиках Калмыкии и Марий-Эл. Последние менее 1,5% хорошего дорожного полотна. Ну и по информации Госкомтранса Башкортостана, в текущем году в регионе предусмотрено строительство и реконструкция свыше 50 километров дорог. При этом в нормативное состояние планируется привести более 1000 километров автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. На эти цели предусмотрено 22 миллиарда рублей, в том числе более 3 миллиардов из федерального бюджета.